Всем еще раз привет. А теперь приступим к обучению. К нему нам понадобится небольшая подготовка. Так. Вот. Сейчас я соберу. Вот. Так. Для него нам понадобятся какие карты. И как складываем? 4 туза, 2 двойки и четверка. Как складываем тузы? Складываем вот колода, складываем черный туз так, перевернутый, следующий черный туз по обычному, то есть вот так. Следующий опять перевернутый по обычному. Двойки точно так же, перевернутые по обычному. И четверку сверху вот так. То есть как у нас получается? Вот так вот. Туз перевернутый. Короче, лицо, рубашка, лицо, рубашка, лицо, рубашка, рубашка. Дальше. Достают там из коробочки или как-нибудь еще, не палите. Далее, что вы делаете? Вы говорите то, что типа шершавый туз. Ну, есть, существует такая теория о шершавом тузе. То, что туз самый шершавый в колоде, одновременно поднимаете и ставите на брейк. Далее вот так укладываете карты по всему там, ну, столу. Ну, это на столе надо показывать. Так вот, раскладывайте, типа, говорить то, что мы сейчас найдем этот туз. На самом деле, вы просто создаете специально вот так вот хаос на столе. Потом объясню, зачем. Вот когда у вас последняя карта, далее вы снимаете еще одну и говорите, так, трогаете. Да, это, наверное, туз. Поворачивайте, нет, это четверка. Далее поднимаете три карты и ставите на брейк. Снимаете их. Колод пока убираете и говорите, типа, четверку пик можно представить как две двойки. Берете вот так двумя пальцами, и когда вы стучите, вы одновременно вот так вот выдвигаете как бы карты, бьете, и вот двойка, вот так вот четверка должна перевернуться вот так вот вместе с двойкой, чтобы двойка оказалась вот здесь перевернутой. И вот эту четверку не пальцы, чтобы она как все карты лежат по-обычному. Далее вы демонстрируйте то, что у нас есть две двойки обычные. Покажет то, что вот это черное вот здесь вот, вот. Здесь красное. И когда вот так вот кладете, и здесь остается черное, вы делаете следующее движение. Вы вот так вот во время переворота, когда вот так вот кладете карты, вы вот так вот делаете. То есть здесь у нас уже черное. Не красное, а черное. И говорит, типа, нет, на самом деле здесь красное там. Что-нибудь свое можно придумать. Далее кладете ее на колоду и поднимаете уже две карты всего. И вот так вот делаете такое движение, переворачиваете, так как бы разрываете вот так вот. Вот. И сразу кидаете туз, чтобы двойка за ним не палилась. Вот. Просто кинули, вот, показали два туза. Отложили их. Далее берем черную двойку. Также кладем ее, ставим на брейк две карты. И то же самое движение разрываете вот так вот. Кидаете туз. Снова поднимаете и демонстрируете. Вот, собственно, и все. Комментируйте, ставьте плюсы. Всем пока.